добрый день. Мы снова сегодня проводим совместную акцию ночного патруля и ГОРГИБДД. Мы снова проверяем правильность и культуру поведения водителей на дорогах. Самые организованные и самые вежливые получат призы от наших спонсоров. Сегодня в 16 часов прошла последняя в этом году новогодняя акция ночного патруля. Совместно с сотрудниками ГАИ, Дедом Морозом и Снегурочкой наша съемочная группа поздравляла самых прилежных и культурных автомобилистов и дарила замечательные новогодние подарки. Но самым приятным сюрпризом сегодняшней акции стал наш главный приз. Сегодняшняя акция проходит при поддержке компании «Радиотелефон». Вручать мы сегодня будем самым культурным водителям по коробке шоколадных конфет и новогодние открытки. Ну а самому главному, то есть самому культурному и приличному водителю, мы вручим самый настоящий радиотелефон. Сергей Васильевич, вы сегодня просто счастливчик. И вы сегодня получаете замечательный подарок от ночного патруля и от наших друзей. Сейчас вам его вручат. От компании «Радиотелефон» желаем вам счастья, удачи в новом году. И примите, пожалуйста, вы знаете, вот сумма цифр в вашем номере соответствует первой цифре в нашем контактном телефоне. Поэтому мы вам дарим бесплатно городской телефон в любой точке города. Возьмите, пожалуйста, открытку, и с вот этим вот письмом вы можете подойти по указанному здесь адресу, это находится в тыльной части этого дома. Приходите в новом году, мы вам поставим телефон. И примите... С Новым годом! У вас такие бы чаще мероприятия и в присутствии ГАИ. Большое спасибо. Вас с наступающим! Всего доброго! Остальные водители, остановленные сотрудниками ГАИ, получили коробку конфет к новогоднему столу и массу приятных эмоций. Ирина Юрьевна, вам сегодня безумно повезло. Да. То ли потому, что погода сегодня не подкачала, то ли потому, что вы такая симпатичная, но вы получаете призы от ночного патруля и от наших друзей. Большое спасибо. С наступающим вас. Вас тоже. В этом году наша новогодняя акция заканчивается. Ночной патруль еще раз благодарит всех тех, без кого бы она просто не состоялась. Я хотел бы пожелать нашим дорогим, замечательным клиентам приветливого обслуживания, удовлетворения сделанным выбором. И чтобы каждый день, каждую минуту подтверждалась истина о том, что клиент всегда прав. И вообще в целом я хотел бы пожелать всем жителям города не терять себя в водовороте событий. Будьте внимательны друг к другу, уважайте друг друга, и тогда жизнь будет веселее, а работа легче. Дорогие друзья, от себя лично и от всех сотрудников госавтоинспекции мне хочется поздравить вас с этим чудесным и добрым праздником, с Новым годом. Пусть дело, которому вы служите, приносит вам радость и удовлетворение. Пусть в ваших домах будет всегда уют, тепло и добро. Добрый день, уважаемые дамы и господа! Мы находимся на улице Тверитина, где происходит очередной тур новогодней акции ночного патруля. Съемочная группа ночного патруля, как всегда, в сопровождении замечательнейших Деда Мороза и Снегурочки. Сегодня мы дарили подарки всем автомобилистам. Дед Мороз и Снегурочка останавливали автомобили и дарили водителям шампанское. Надо отметить, что реакция водителей на Деда Мороза и Снегурочку была весьма неоднозначна. Пятый остановленный водитель получил наш главный приз – фирменную футболку, бесплатное подключение и месяц бесплатного обслуживания пейджера. Счастливчиком оказался Дмитрий. Надо сказать, что с ним съемочная группа ночного патруля встречалась уже не в первый раз. Несколько недель назад он попал в дорожно-транспортное происшествие. На этот раз повод для встречи был более приятным. Удивлен, что стал участником такого конкурса. Даже неожиданно. Собственно говоря, ехал, не гадал, не думал. Хочу поздравить всех екатеринбуржцев с наступающим Новым годом, всем успехов, значит, меньше аварий на дорогах. Мы поздравляем всех жителей нашего города с Новым годом и благодарим всех, без кого бы наша новогодняя акция не состоялась. Уважаемые абоненты, позвольте поздравить вас с наступающим Новым годом. Пейджинговая станция «Гранит» является структурным подразделением производственного предприятия «Октай» и в настоящем варианте работает более 4 лет. Стало хорошей традицией на дни рождения и знаменательные даты дарить друзьям и близким пейджеры от компании «Гранит». Оператор 001. Итак, за традицию. С Новым годом, дорогие друзья! В преддверии 2003 года я бы хотел пожелать любому из жителей нашей области, чтобы их минула огненная беда. Ну а сотрудникам государственной противопожарной службы, чтобы меньше было пожаров, чтобы меньше думали
с тревогой о сотрудниках, их жены, мужья. Пожелать им мирного неба над головой, счастья, здоровья, семейных успехов. От лица всего дружного коллектива «Ночного патруля» мне бы хотелось поздравить, во-первых, всех, кто помогает нам в нашем нелегком деле. Хочется поблагодарить этих людей за мужество и отвагу. В новом году мы желаем вам здоровья и огромных успехов. И надеемся, что в новом году наше сотрудничество станет еще крепче. Нашим зрителям отдельное спасибо за поддержку и понимание. Для нас самая высшая награда и оценка нашего труда в том, что вы нас ждете и вы нас смотрите. В наступающем году мы желаем вам счастья, здоровья и до встречи в новом 2003 году.